студенческих отрядов Омской области есть традиция. Каждый год в начале трудового семестра они собираются вместе, разбивают палатки и приглашают друзей из других регионов. Лагерь «Березка» и этой весной стал местом слета, только уже под эгидой празднования 50-летия студотрядов Омской области. Около 500 бойцов со всего Сибирского федерального округа приняли участие в четвертом слете. Помимо омичей, здесь новосибирцы, томичи, барнаульцы, а также новички студотрядовского движения, представители Забайкальского края. Мы проводим уже традиционно наш палаточный слет благодаря Министерству по делам молодежи. В этом году благодаря гранту губернатора впервые к нам наш самый дальний регион, Забайкальский край, прибыл, сибирский, который на сегодняшний момент находится под нашим подпечительством. И именно сегодня омичи там занимаются развитием отрядного движения. И ребята приехали как раз учиться, перенимать опыт дальше. Слет студотрядовцев – это место встречи старых друзей. Знакомство с новичками, развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между студенческими отрядами России. Организаторы подготовили обширную развлекательную программу. Конкурс на лучшее оформление палаточных стоянок, конкурс отрядных творческих номеров, комиссарских дневников, а также спортивные соревнования. Ходим на завтраки, строим палатки, оформляем наши палаточные лагеря. Вчера, когда приехали, очень понравилась программа в летнем парке. Вот, очень хороший слет. Спасибо организаторам. Проживание в палатках, песни под гитару. Романтика походных условий – неотъемлемая часть студотрядовской жизни. Эти молодые люди даже под проливным дождем устанавливают палатки и разводят костры. Условия, наоборот, эти сплочают. Вчера мы, когда приехали, ставили палатки и лагерь, разбивали под ливнем, под дождем. Костер мы делали тоже под дождем. У всех ребят это удалось, получилось. Ну, в принципе, у всех делегаций и направлений. Ночь пережили хорошо, несколько раз прятались в палатках, костер потухнуть не успел, поэтому потом продолжали песни у костра и отрядные посиделки. Я первый год в отрядах, и этот слет является для меня как бы первым в моей жизни. Но, честно говоря, я вообще в восторге от всего происходящего. Столько людей, столько знакомых и новых, и старых, и все вместе, дружно, вот как-то все это. Вчерашняя погода, особенно дождь, все друг другу помогают, все друг друга выручают. Просто дружеская взаимоподдержка и сплочение очень сильно идет между людьми. Традиционный слет – показатель готовности студентов перед трудовым сезоном. По его завершении молодые проводники, строители, вожатые и работники сферы обслуживания с новыми силами отправятся на объекты.